Ну а теперь перейдем, пожалуй, к самой долгожданной части выпуска и, наконец-то, поговорим о хороших новостях. С 30 августа по 1 сентября в областном центре состоится международный книжный фестиваль. Именно там любой желающий сможет найти ответы на тысячи вопросов. Например, чем Иркутск конца 18 века похож на американский Дикий Запад и каков он, командор Николай Рязанов глазами английского писателя. Участие в фестивале примут писатели и ученые из России, Норвегии, Великобритании, Армении и Белоруссии. Свои книги представят более 100 отечественных и зарубежных издательств. Столица Восточной Сибири будет принимать фестиваль уже второй раз. Организатор Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное дело» остановил свой выбор на Иркутский не случайно. Именно в нашем городе появилась первая за Уралом типография. И вообще жители столицы Прибайкалья считаются одними из самых читающих в стране. Предыдущий фестиваль посетил каждый 20-й житель нашего города. Слухи о смерти бумажной книги сильно преувеличены. Как, знаете, сколько раз хранили винил, вспомните, да? А книгу тоже хранили. Говорили, что книгу убьет радио, что книгу убьет телевидение. Да, да, конечно, все это откусывает время у читателей, всякие новые изобретения. Там, ну вот, наверное, последнее – это интеллектуальный сериал. Да? Ну вот человек, читающий роман, и человек, который смотрит, не знаю, «Игру престолов», это примерно один и тот же человек. Частью программы станет семинар для социологов, журналистов, ученых и литераторов. Также организаторы обещают развернуть несколько дискуссионных площадок, а вот чего точно не будет, так это входных билетов. Участие в мероприятии свободное, для этого достаточно лишь прийти на площадь перед стадионом «Труд» с 30 августа по 1 сентября.